вас въезд там, где вы заехали. Я вот в том доме, говорю, вот в этом доме. Вот туда надо проехать. Вот туда вот вам надо проехать. Так по дороге тогда двигайтесь. Фотографируй. Ну чего, ребят, дайте мне. По дороге. Вот нет. Здесь только что, на служебной машине. За это сейчас будешь отмывать эту машину. Я не буду вам ничего отсюда отмывать. Конечно. Дорога есть для всех. Езжайте по дороге. Зачем по тротуару ехать? У меня точка. Что это? Точка вот тут на тротуаре, у вас точка вот там, но не здесь. Что? Да и что? Понимаете, ребята, вы за это можно получить. Что получить? На вас собирать. Давайте не будем уже мусорить на улице. Вот наклеим, не наклеим. Какой они имеют право? Нет. Они не имеют права. Не давите людей. Людей не давите. Людей не давите. Вы людей давите. Вы давите людей. Клей. Клей. Вторую тоже клей. Машину остановите. Держаться нет. Клей его полностью, все, заклеивай. Нет, нет, назад. С ребенка не задавили. А вы вот эти, которые клеите, да? Ну, хорошее дело. Почему людей на тротуаре давите? Там чего? Людей на тротуаре давите? Кто давит? Я не давлю, я человека сейчас подбросил с объекта. Вот люди, вы в них сейчас врезались. Где вы врезались? Слушай, ты специально, ну снимай, снимай, придурочная. Не материться, пожалуйста. А чего не материться? Мне по***ть. Мы все понимаем, поэтому давайте назад и едьте задом. Я вызываю милицию. Хорошо, хорошо. Здрасте. Надо, во-первых, убирает. У тебя лучше есть. Ты что-то встал бы передо мной. Что, ночью, что ли? Даже решение на съемку есть? Ну, в общественных местах можно снимать все, что угодно. Да, кого? Да, все, что угодно. И давайте сейчас вызовем наряд, поговорим. Давай, вызывайте. Давайте. Давайте. Будьте добры, уберите машину, иначе мы будем вынуждены наклеить. Ждем наряд. Хорошо, перемаркуйте машину. Мы ждем. Уберите машину. Обязательно наклеим. Будьте добры, машину перепаркуйте. Машину, будьте добры, перепаркуйте. Вы мешаете пешеходам, женщинам с коляской. Молодой человек, частная собственность, так что не знаю. Хорошо, обязательно. Наклейка где? Вы отказываетесь бежать? Идем на ряд милиции, пытаюсь сюда подъехать. Привлекайте девушку вас первую, за нее разрешено. Давайте поедет сотрудник, да. Вы ему покажете свое удостоверение. Я не буду тратить сейчас время, потому что вы глупостью занимаетесь. Вы тоже, походу, занимаетесь глупостью. Да. Открывай книжку, иди читай законы правила дорожного движения. Здесь тротуар, здесь нельзя ездить, вон за ним. Знак мне хоть один, скажи, что здесь въезд запрещен. Тротуар. Какой нахуй тротуар? Не надо материться на меня, я его сглашаю. Где новое место, ори, баклан, блядь. Себя посмотри, вёрт, блядь. Себя посмотри, ебать, закрой свой. Нет, не закрой.
не хочу попасть с нами разговаривать. Ой-ой-ой, мужчина! Нога! Остановите! Ну, на ногу наехали сейчас человеку! Ты человек, наехали! И вы нанесли травму! Вы травму нанесли, вы понимаете? Мы даже сапоги порвали! Ждите здесь, мы вызываем скорую и полицию, никуда не уезжайте. Номер надо вызывать. Не трогай, просто не трогай. Вы куда уезжаете? Стоит!